Физкульт, привет! Здравствуйте, дорогие мои друзья, обладатели iOS-устройств. Рано или поздно вы задаете себе вопрос, как можно записать видео с экрана iPhone или iPad на компьютер. Но это видео в первую очередь для тех, у кого есть MacBook или любое Mac-устройство. Для тех, у кого Windows, эти советы не подойдут. Я обращаюсь в первую очередь для обладателей Mac-устройств. Итак, подсоединяем через кабель наш iPhone, запускаем QuickTime Player. Так, итак, еще раз хочу подчеркнуть, мы используем стандартные средства Mac OS. Так, запустили. И вот здесь файл, да, новая запись. Запускаем. Обратите внимание, наш экран нашего iPhone появился на компьютере. Вот так вот все работает в режиме реального времени. Никаких подтормаживаний, задержек, качество отличное. Итак, что мы можем сделать? Давайте попробуем произвести запись. Итак, на компьютере нажмем кнопочку «Запись». Так, запись пошла. Вот. И дальше мы можем показывать, ну, то, что нам нужно с нашего устройства. Это, может быть, мы хотим продемонстрировать работу какой-то программы. Или, может быть, какую-то игру. Ну, что угодно. Сделать запись с экрана нашего iOS-устройства. Вот, запись идет. Проверяем запись. Play. Пошла запись на экране. Так, я выключаю iPhone. И давайте посмотрим на саму запись. Так, все. Нормально, работает. Отлично. Так, хорошо. Дальше. Чтобы сохранить запись, нажимаем на красный крестик здесь. Закрыть окно, выскакивает предложение сохранить файл. Сохраняем его, например, на рабочий стол. Так. И вот наш файл. Можем просматривать его, пересылать друзьям. Кстати, я попробовал этот способ с iPhone 4S, iPad 2 и 3. Этот способ не работает со старыми устройствами. Только начиная с iPhone 5, iPad, думаю, Air, с более новыми устройствами, такой способ записи работает. Да, и еще чуть не забыл, должна быть установлена iOS 8 или iOS 9. Ну что ж, друзья, всего доброго, спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Всем добра, успехов!